Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем наше выживание в водном мире. Так, что нам надо сделать? Нам надо сегодня, значит, сделать верстаки. Насколько я помню, наковальня дел нет. По-моему, нет. Оружейная мастерская, 10 компонентов, 4-15. 10 компонентов. Так, тут у нас еда. Надо бы подлечиться по-хорошему. Антибиотиками, наверное. Да, думаю, антибиотиками. Так. Вот так вот сделаем. Так, дальше. Еда, вода у нас вроде как есть. Рыбки еще взять. Все хорошо будет. Две рыбки. Так, бинокль нам, в принципе, он не нужен, но пусть будет. Так, погнали, значит, строить. А, так, рыбы возьмем сейчас еще. Сразу же. Пока мы здесь. Нам надо сделать огнестрел какой-либо. Так, для огнестрела нам надо. Металл нужен. Потом нам нужны компоненты. Компоненты. И что еще там надо было? Так, 4 слитка. Здесь я сделал ящички. Под слитки. И металла еще маленько, да? Где у нас есть еще так валяется? Так, оружейный верстак поставим, наверное, здесь. Так, оружейная мастерская. Ну, допустим. Так. Так, что нам надо? Винтовку можем, наверное, сделать. Хотя я не уверен. Автомат, сломанный ПМ, 2 штуки, полицейский броник. Кстати, по поводу полицейского броника. 1-4, да, полицейский броник можем. Броник. Так, это пока сюда. Так, ткани нам надо, да, много? Да, много ткани. И это мы взяли. Полицейский броник. 30 броня сделали. У нас 25, это 30. Пусть пока будет при нас. Пригодится. Так, это сюда. Сейчас будем делать, значит, пытаться оружие. Так, пока его выложим. Так, оружие, поехали. Давайте все возьмем, что у нас есть для оружия вообще. И посмотрим, на что у нас чего хватает. Так, нам хватает на пистолет-пулемет. Нам хватает на СМГ. Ну, на двустволк тоже, но, блин. Давайте, наверное, СМГ сделаем. Там урон побольше. Так, вот так вот. Что там еще надо было? 6. Так. Это все сюда. 7. Так, СМГшку, значит, делаем. Отлично.
патроны для пистолета ему нужны. Семнадцать есть. Патроны для пистолета. Патроны для пистолета. Отлично. Так, патроны для пистолета у нас есть. А чтобы делать патроны для пистолета, нам, наверное, оружейное нужно, да? Нет? Не угадал? Не угадал. Давайте так, смотреть, строить... Строить. Оружейная, мастерская брони, печь, наковальня. Давайте сделаем наковальню. Возможно, что-то там сможем делать. 13 металла нам надо. Так. И как-то так. Так, наковальня. Наковальню давайте где-нибудь здесь воткнем. Тут мы можем делать холодное оружие. Мачете 30 урон. Железный топор 70. 55. Металл нужен. Давайте сделаем, чтобы мы были готовы. Так, вот. И вот так сразу же. Металлический топор нам как бы не особо нужен. Так, здесь вроде все. Патрон на черном порохе, патрон для дробовика. Вопрос, как нам делать патроны? Так, оружейное это мы сделали, все. Мастерская брони. Станция накачивания сделали. Что нам надо еще? Простой очиститель нам надо. Хорошему. И печь я где-то видел, тоже есть, да, по-моему? Так, сейчас займемся, сразу все сделаем, чтобы у нас все было готово. И отправимся уже дальше. Так, две готовые рыбы у нас есть. Одна это пока переложим. У нас еще грибы есть. Мы сейчас это доделаем. Так, тут у нас что? Здесь вроде все. Поехали. Кстати, военный рюкзак. А, ну мы его сделали, да. Ласты. Нам надо ласты вот эти вторые сделать, я думаю. Возможно, они ускоряют как-то. Так, 10-6. А нам не хватит, да? Да, нам не хватит, ладно. Тогда все-таки будем делать. Простая гриль-печь у нас есть. Простой очиститель у нас тоже есть. Надо исследовательский стол, соответственно, да? Компоненты, черный порох. Черный порох нам надо открыть. Так, вот так. И что там еще? И уголь. Уголь.
отлично. Сигнальный патрон нам не надо. Компоненты. Давайте откроем компоненты. Так, еще раз, что там? Стекло, резина, металл. Стекло, резина, металл. Стекло, резина, металл, отлично. Компоненты — это важно. Так, тут нам надо дофига всего. Для третьего, да? Так, дерево исчезло у нас, да? Поехали дальше. Это так. Поесть уже надо. И сейчас, я думаю, к нам кто-нибудь придет. Так, 36. 5 компонентов, да? Будем отстреливаться сначала так. Если не получится, то там уже дальше посмотрим. Так, 10 компонентов. Компонентов у нас 5. Если мы начнем делать компоненты, то будет не есть хорошо, да? Ага. Простая гриль-печь. Так, это не то. Тут тоже ничего такого нет. Тут, соответственно, тоже. Ну и здесь тоже ничего нет, да, у нас? Так, сразу же. Так вот возьмем. Добавим везде древесину, где надо. А ее надо много. Хватит, да? Так, вроде бы здесь все. Так, погнали попьем. Ну и теперь можно поесть, соответственно, да? Рыбка еще готовится, да, готовится. Это мы уберем, она нам не нужна. Грибочки сначала пойдут. Так, по поводу стрел. На всякий случай возьмем. Здесь все. Все доделали. Надо нырять за компонентами, получается, нам. Хорошему. Бензина у нас, слава богу, дофига. А, блин, ночь же. Вот я топлю. Так. Ночью нам ходить никуда нельзя.
ночью только плавить. По-хорошему мы можем. Больше нам заняться и нечем. Так, по поводу лаз, 10-6 тоже не хватает, по-моему, да, у нас? Одна резина. Да, она, похоже, у нас вообще одна. А, вот еще 8 патронов есть. 5 резины. Тоже сюда. 5-6 мало. Ну, тут у нас всякое для украшательства тоже не особо надо. А пойдемте пока воды тогда натаскаем, да и все, я думаю, на сегодня можно будет ложиться спать. Вроде бы никто к нам ночью не приходит. И, как говорится, баю-бай, да? Так, новый день, новые дела. Это мы съедаем. Две рыбки у нас есть. Водичка у нас одна есть. Сейчас здесь попьем. Что у нас с собой еще по воде можно взять? Энергетик можно взять, но нафиг надо. Будем экономить. Ладно, погнали. Нырять. Нам надо все ресурсы, в принципе. Так, где мы не были? Неизвестные руины направо. Давайте посмотрим, что мы тут имеем. Что мы недоразобрали. Так, есть сера. Сера – это важная фигня для нас. Так, машина. Поплыли дальше. Тут еще где-то у нас было много всего. Но опять же, надо это все искать. Вот. Взять все. Металлолом нам тоже нужен. Бензин, резина. Давайте вот сюда сходим. Что здесь у нас? Здесь у нас ничего.
Так, нам надо марлинов подстрелить тогда, чтобы нам на ласты нельзя использовать под водой. Давай топором. Иди сюда. Отлично. Игра обновилась, и, по-моему, они не такие быстрые стали. Так, резина, этот, ну, марлин, еда пригодится. Где моя лодка? Ага. Продолжаем тогда осматривать все, что можно осмотреть, что и где можно достать. Здесь я не помню, мы были или нет. Греби быстрее. Да, были. Вот хорошо, когда рюкзак большой. Так, тут мы точно были, это я помню. Погнали дальше. Вот здесь мы, по-моему, не ныряли. Контрабандисты эти опять появились, или мы там еще и не были. Задача. Так, забираем все. Уже ни черта нет, да? Машинка. Оп, труба какая-то, в нее надо еще занырнуть. Компонентов немного, но получили. Так, погнали в трубу, если там что-нибудь есть. А там ничего нет. В это, соответственно, тоже, да? Так, значит, здесь как бы и все. Так, сюда самое главное. Канистру, наверное, заправим сейчас. Больше невозможно. Ладно, уберем. Так, это нам явно пока не надо. Да и хотя бинокль пригодится, я думаю. Так, там с копьями они. Голожопики, да, как я их называю. Поехали, сплаваем к ним тогда. Радиоостров. Да, мы здесь не были. Куда пошел? Сюда идите.
вы серьезно? Я вот он здесь. Давай. Что ты там бегаешь, что обратно? На тебе в хребтину. О, увидел, да? Неужели? На тебе в яйца. Так, еще там один. Да я думаю, топором их размотаю даже, наверное. Где вы? Ага, привет. Минус. Кто стреляет в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Ага, присел он. Будут они мне еще присаживаться. Так, тряпку заберем. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай поиграем. А это что такое? Картофель? Ах ты! Гаденыш! Ага, вижу. Иди сюда. Ну, вроде все. Да, жареное мясо, вот это новое уже что-то. Резина, это хорошо. Да нафиг мне ваши черви. Дерево маленькое, да? Так, вот это съесть сразу, чтобы не мешалось.
не рубится, да? Так, что-то у вас есть еще хлопок. Тут больше ничего нет? Вроде нет. Вот это руда или нет? Вроде да. Да, это медь. А вот это? Это железо. Так, ладно. Картошечка. Нам не надо одну эту, хотя нам проще грибы скинуть. Пойдемте унесем все, что у нас есть. Так, сюда, сюда, туда, туда. Так, что еще туда положить? Это мы выпьем. Так, ну и все, я думаю. Пока что. Пошли дальше шмонать, смотреть. Так, ну здесь запомним, что здесь руда есть. Гриб нам не нужен. Тут я видел сейф. Да, вот он. Монетки, штаны. Чертеж изучаем. Майка нам нафиг не нужна. Это нам тоже нафиг не надо. Возле факела я греюсь. Ни черта, по-моему. Возле факела мы не греемся. Ладно. По-быстрому сейчас долутаем, что по мелочи осталось. И приплывем тогда уже завтра сюда. Так, ну вроде пока что все. Насколько смогли, забились. Игра, кстати, находится достаточно активной. Ой-ой-ой, что там? А, нет, показалось. Достаточно активной фазе разработки. Так, что мы можем с собой сразу взять? Сразу взять. Все, мы больше ни черта не можем, да?
И выходит обновление довольно-таки часто. Меня волнует тот факт, что рано или поздно может все как бы сетоваться. Так, добавить. Может все загнуться. Потому что разработчики сами писали, что с некоторыми обновлениями могут быть проблемы. Так, поехали дальше. Что у нас такого есть? Резина на скотч. Тряпок здесь нет. Ты сюда. Тряпки сюда. Металлы еще сюда. Вдогонку. Компоненты у нас здесь. Так, здесь у нас еще металл черви. Это сюда. Тоже надо отсюда забирать. Что на продажу у нас пойдет? Жареное мясо. Ладно, пока не надо. Жареное мясо. Давай пока сюда. Стекло. Это тоже сюда. Так, семена. Семена, картофан. Рыбу, ладно, сейчас пожарим. Картофан. Картофан тоже надо пожарить по-хорошему. Так, вы нам не нужны. У нас максимум. Металла хоть отбавляй. Так, резина тоже уже не лезет, да? Давай сюда. Стекло тоже не лезет. Тряпки. Тряпки у нас здесь. Это пусть жарится, это съедим. И, в принципе, все получается, да? Да, в принципе, неплохо затарились. Сера у нас тут, да? Да. Ну и все. Мы молодцы. Можно пропускать этот день. Да, все. Можно идти поспать. Сейчас доготовиться.
Так и спокойной ночи. Так, водичка попьем, рыбку съедим. Это у нас рыбка пойдет сюда. Ты пойдешь сюда, ты сюда. Мясо пока тоже сюда. Картоха. Ну, долго это жарить будет. Ну, ладно, пока так. В принципе, все у нас должно быть готово. Сейф 1-1, 10-5, веревки 3, 15. Да, должно хватить. Так, нам надо веревки. Сколько там веревок? 3 веревки. Ласты хотел делать. Ладно, потом. Ласты потом. Веревки 3. Отлично. 3 веревки, 5, 5, 10. 3 веревки. Компоненты. Компоненты, металл 15. И слитки, да, нам нужны? Отлично. Маленький генератор, мастерская для создания современных. Так, лампа, железная броня, батарея. Представляет питание для мобильных. Ну, это понятно. Это тоже нам надо все исследовать, соответственно. Так, ну, вне серии. Я сплаваю, наверное, с вами... без вас, точнее, на остров, выгребу его полностью, все, что смогу унести оттуда. А мы с вами уже продолжим в следующей серии. Я думаю, что будет еще немало чего интересного. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить свой большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии под этим видео, я обязательно всем на все отвечу. Увидимся в следующей серии. Всем пока! Okay.